Кто-то должен быть учителем, кто-то должен научиться терпению, созрению, кто-то должен здоровье научиться зарабатывать, третий бизнесмен и так далее. И третье, вы все знаете, самое важное, самое атомное оружие, как называется, любовь. Да. Второе – это действие, назначение в соответствии со своей кармой, кармическое назначение. Каждая задача, как я скажу, допустим, я просто жизнь один на плохой. Кофеин можно. В этом теле, скорее всего, получить женское тело в этой жизни, я должен испытать все те проблемы, которые я делал. Если такие условия, которые помогут мне развитие качества, которые мне потом нужны. Я также говорю также о ответственности еще по нашим классам, по класс творчества, бизнесмена, руководителя, шатов. Это будет мысль. Итак, понимаю задачи, которые мы должны иметь. Отлично, у вас есть. Хорошо. Понятно с этим вопросом. Есть какие-то вопросы, ребята, по этой части? Итак, давайте подведем итоги. Подведем итоги и следующее. Для того, прежде чем начинать новые отношения, я должен сделать, выйти из старых отношений, я должен сделать анализ, в чем была проблема, почему мы разошлись. Все, разбор полетов. Окей? Сделал разбор полетов, создался список, над чем надо работать. Те качества, которые должен развить в себе, которые должен избавиться. Да? Если я хочу сказать новый, новые качества. Нужно выяснить новые качества. Итак, развиваю себе, составляю список тех новых качеств, которые должен иметь. Замечательно. Что дальше? Что дальше? Вот он, я почистился, развил свои новые качества. Хотелось бы, какие новые качества мне нужно развивать? Как задать себе вопросы, что я запрошу, как я не задавайте, если я вопрос даю, сразу внутренний сериал. Внутренний, запрошите себя дальше. Слушайте свой ответ. Как мне узнать, какие качества мне нужно развивать? Я подумал, что я. Кто ответ? Допустим, если я развиваю. Супер, классно. Так первое это я, чистый я. Давайте так, схему себе нарисуйте. Блок, чтобы у вас четко было. Вот он я. Квадратик. Это я. Это мой партнер, которого ищу. Окей? Это между нами коммуникация. Коммуникация. Это не Николай двигает. Я сюда. Okay. Итак, я, мой партнер, отношения между нами. Для того, чтобы создать достался единое целое. Я смотрю, что нужно со мной. Я должен проститься с просьбой. Надо ли? Что такое проститься с просьбой? Раз. Я даже не должен их приятно. С просьбой на нашей жизни. Простить, отпустить и пожелать любви и радости. Просто говоря, да? Простите, отпустите. И простите не просто слова. Я отпустила, я уже где-то 5 минут, да. Но мне снится уже 7 лет, и зараза, я все пользуюсь, все вообще. Вот, когда это нет, я тебя наклеваю, подавал. Это первое, то есть нет претензий. Второе, также не обращаюсь к ресурсу. Ресурсу. А кто ресурс? Я сегодня с Васей уже в отношениях, и вот включаю эту музыку, когда мне было хорошо слой. Вот отставали вас, на бок один вообще. Я когда это делаю? Когда мне плохо, я в новых отношениях, мне стало плохо, я почерпать ресурсы. Я приду, включаю музыку, которую я вспоминаю, она была с Васей, хорошо. И где я буду находиться? Там, да? Окей, вот для вас женщин проще, потому что вы многоканальны. Мы уважаем эти шланги. Нас четко выявите, здесь я или там. Здесь или там. Вы вроде здесь, но в то же время там. Расширяйте, да? Наверное, задача женщины быть здесь сейчас, почему проблема йоги любая, быть здесь и сейчас. Почему не надо? Да? Задача главная. Be in the moment. Быть здесь и сейчас. По йоге сказать, да? Так вот, для чего нужно быть здесь и сейчас? Гармония с собой, хорошая. Да, хорошо, здорово. А идея какая? Что это не делает? Гармония? Для чего? Смотреть на себе или что? Для чего у меня подсветка? Почему на себе? А?
данном моменте. А что это дает? Вот здесь сейчас, для чего? Да, здесь сейчас. Да, друзья, все правильно, говорите, сиди какая что. Нету прошлого, нет будущего, что ты сейчас. Секунда прошла уже прошлое. Но если я нахожусь, вот я сейчас нахожусь в Сочи, да, с ней общаюсь, дорогая, возьми все любви, то же остальное, какие-то Маша признавался, да, что-то не хватает, там Маша не понравилось, что я тогда сказал этот стих, сказал, ты голову содрал, так, ну, какой-то Господь, какой-то информация. Здесь и сейчас. Часть меня теряется, я теряю часть информации, часть удовольствия, часть жизни, которая проходит в этот момент. Я обращаюсь в прошлое. Это мое будущее. Это не значит, что мы не должны никогда обращаться в прошлое. Будущее, конечно, нужно для себя. Потому что это анализ. Это анализ, это дело. Но когда ты что-то делаешь, получаешь информацию подстить. Сейчас, в этом моменте. Чему я сказал, что это женщина, то есть в отношениях, да? Если мы не простились в прошлом, провести себя, про эти ресурсы. Я вспоминаю, я с тобой, Вася, пришла домой, или она, думаю, как мне было хорошо с Васей, что мы с тобой поругались сейчас. Я вспоминаю, где мы ходили, какой Вася был хороший, она была классная. Он Вася видит, он хочет зарабатывать на канале, это Вася, он вроде дубовый, да, действительно дубовый, но очень твердолобый. Но что-то нам, так сейчас ты говоришь, что-то здесь нет. Что происходит? Когда я вижу, что жена не откровенно со мной, что-то скрывает, я забираю часть своей ответственности, которая женщина в моей жизни. Ответственность – это самое главное качество, да, которое женщина ждет от меня, от мужчины. А что мы, мужчины, ждем от женщины? Женщина, как вы думаете, что мужчина ждет от нас? Что? Тепла, да, мы уже говорили изначально, будет отдельно. Послушание, как я сказал, это слово, которое мне нравится, но путь его по-другому немножко. Быть королевой. Все это быть королевой. И забота. Забота, которую мы ждем от вас. Совершенно забота. Окей, итак. Мы расстались в прошлом. Вспоминаем их статистику. Война 1812 года, приходу мне. Она никак меня не касается. Да, была, но вспоминая о ней, чувства мои не так не касаются. Это важно. Следующее, я не обращаюсь к ресурсам. Мне нужно что-то хорошее, какая-то информация нужна. Я не вспоминаю, это не Вася мой. Говорил мне, как нужно картошку чистить, как нужно пляску делать. Да? Все, я к нему не вышел вообще. Все. То есть, с прошлым я вообще расстался, и умеете здесь и сейчас, прямо здесь и сейчас. Окей? Дальше. Теперь, для того, чтобы создать хорошие отношения правильно, я что? Я изучаю, что вообще мужчина, если, допустим, я мужчина, да? Допустим, я мужчина. Супер. Окей. Что я, мужчина, должен делать? То есть я беру какие-то источники информации, да? Можно сделать несколько вопросов. Обращаемся к идеальной какой-то паре. Но опять же, идеальная пара, у каждого свой опыт. Вообще, я предлагаю обращаться к какому-то источнику информации, который проверен годами. И не только годами, теоретически, но и практически, да? Есть у нас такие шастры, есть в культуре, есть полный сбор. Знания, которые люди там строятся тоже отношения между мужчиной и женщиной. Есть понимание обязанностей мужчины, обязанностей женщины. Вот это начальство. Каждый культуре свое. Мусульман свое, христиан свое, индийский культуре свое, индуисты, бахаисты и так далее. Каждый свое. То есть соответственно с вашим культурным приоритетом, с вашей духовной практикой. Изучить свои мужские качества. Мужчина, да, я здесь мужчина. Okay? Я изучаю мужские качества. Какие я должен быть? Помню, да, что мы сейчас готовимся найти себе познакомить, найти партнера на всю старшую жизнь. Значит, я изучаю те качества, которые я должен иметь, чтобы быть хорошим мужчиной. Изучил, замечательно. Изучил, освоил, классно, супер. Теперь я должен иметь отношения с женщиной. Что мне надо сделать? Изучить женщину. Изучить ее обязанности. Для чего? Не то, чтобы ты, конечно, женщина ходит на лекции, а по мужским обязанностям женщина приходит. Я говорю, понял, я это слышал, да. А он говорит, а ты так не делаешь, как ты это делаешь, да? И для того, чтобы попытаться. Раз, два, три. А для того, чтобы я изучаю, осваиваю свои обязанности, изучаю знания обязанности партнера. Для чего? Для того, чтобы помочь ему лучше мне исполнять свои обязанности. Это понятно? Не того, чтобы я делал, я, скажем, мужчина делал за женщину обязанности женские, а для того, чтобы помочь ей исполнять ее обязанности. К примеру, если женщина хочет,
как мужчина был спокойным и сдержанным. Давай попроще разберемся. Мужчина хочет, чтобы женщина была ответственной. Женщина хочет, чтобы мужчина был ответственным. Соответственно, женщина знает, что мужчина будет ответственным. Да, когда женщина послушна. Когда она принимает его за лидера. Ты капитан корабля. Я в твоей команде, я твой помощник. Если я принимаю тебя, принимаю не только на словах, но и на делах, соответственно, я тем самым помогаю мужчине проявлять ответственность, да? Если говорят, ты мне никто, да, папа, мы всегда только что там, ты знаешь, что слушайте, а я же тебе говорила, то так не делать, я же тебе говорила, не слушаешь меня. Жена говорит, да. Вот такое уважение есть. Будет он чувствовать, что он командир корабля? Ну, конечно. Поэтому женщина знает, что для того, чтобы мужчина взял себя ответственность, я должна проявлять себя за свои качества, смирение, послушание, быть параллельно для этого. Итак, мы изучили обязанности, изучаем обязанности женщин. Слушай, инструкция, да? Инструкция – это агрегатор сегодня. Теперь я изучаю коммуникацию между этим объектом, между мной как мужчина, это женщина, как правильно должно делаться. И все это делаю до того, как я начинаю отношения, потому что если я уже закрыл мобру, аэроплан. Это не очень удобно, некомфортно изучать, невозможно изучать инструкцию, как управлять самолетом семейным, да? Психика должна быть спокойная. Кстати, друзья, напомню, что я в свое время думал, боже мой, когда люди говорят в одиночестве, чем они занимаются? Это скажет по внешне, то это прошлое, мечтает о будущем, а то не подозревается. Это самое прекрасное время для того, чтобы развивать себе качества, необходимые для создания гармоничных отношений. Я изучаю, совершенствуюсь, изучаю женские обязанности, свои обязанности, коммуникации между нами. Я отрезаю свою прошлое, чище, да? А цель, опыт, приемка, секундинка. Самое классное время. Я здесь сейчас, я спокоен. Я должен стать самодостаточным, да, еще момент напомню, что прежде чем создать семейные отношения счастливые. Если я ищу, я несчастный, я разошелся, у меня проблемы. Я еще тоже не отвечу, как девушка сделала число. Хожу за меня в глаза, говорю, я такой баланс, не делай нечисто, и ты не число. Окей, но я так не имею счастья, нет источника, нет ресурса. Поэтому я должен стать сначала счастливым самостоятельно. Очень важно, сейчас хочу послушаться. Вот он меня сделает счастливым. Я выйду замуж, чтобы сделать счастливым. Если бы несчастливы, я не знаю, с собой гулять, мне нет радости в жизни, я еще бедная. Иван, Косова, Лихая, он не остается обстоятельным. Или мужчина говорит, наоборот, вот. Света женщина сделает меня богатырем. Очень важно, да? Само наполнится счастьем полноценным, я должен быть сам счастливым. Когда я тебя наполнюсь, тогда я не буду искать, я не буду вампирить. Если у меня нет счастья, я несчастлив, я еще что-то сделаю мне счастливым, дорогая. Ну хорошо, спасибо. Я от нее сосу уже. Я источник научился ходить позитивную энергию для себя. Мне приходится сосать оттуда. Сосу, сосу. Рано или поздно кормушка закончится. Баста. Все. Она тоже должна получать информацию, тоже должна получать радость, женщина, да? А я ничего не могу, да? Что я все надобно. Да? Поэтому очень важно, мы должны быть сейчас самодостаточны. На том уровне, соответственно, каким я есть. Значит, если я. Получаю 500 тысяч долларов, я хочу, думаю, окей, когда 500 буду зарабатывать, тогда я стану счастливым. Довольствие тем, что есть. Каждый свой план работает. Или дольше через финансы, да? 20-20%. Каждый свое. Не надо прыгать выше, чтобы быть довольствием тем, что есть. Ну, это отношение. Принять это, вынуть это. Почему говорю это? Как мужчина выходит, да? Просто на него. Что-то ответ на вопрос отвлекающий задал, все, выписал. Коммуникация, извиняюсь, сегодня. Коммуникация. Итак, мы изучили коммуникацию между мужчиной и женщиной. Да? И вот, в принципе, мы готовы уже идти. Теперь, вопрос вопрос. Кстати, полная метафора скажет, я решил купить телефон, потому что компания привожу купоны, только не функционал. Разные насадки, разные функции стоят столько больше или меньше. Да? Как выбрать теперь? Я выбираю теперь свою половинку. Какой же вот это вот комбайн я должна выбрать? Как мне вот выбрать, какой комбайн? Какие он должен функции выполнять? Функциональная машина.
Ну, инструкцию, конечно, надо изучить, как пользоваться этим командой, чтобы не сломать его. На самом деле, надо выбрать какие функции, чтобы не было лишних. Почему? Если наберу Катаса, давай, все, что есть, давай. Ну, конечно, классно. А потому ли я? Если у меня ресурсы для этого, я понял, что за все должен платить мне для своего. Если я решил иметь вертолет, то у меня зарплата 10 тысяч долларов, это не потянулось. У меня мейнтенанс месячный идет, содержание этого вертолета 50 тысяч долларов. Не потянул. Так же и не так. Если я хочу иметь, я, допустим, я жена, я женщина, тоже свой опасный. И я не образован там, как руководить от правительства, как государство управляет, царство государство. Хочу быть принцессой. Я принцесса. Но мне нет этого качества, мне знания тогда. Мне нет возможности и желания заниматься этими обязанностями. Но я хочу принца. Смотрю, ресурсы есть. Что могу дать я? В состоянии ли я потянуть эту должность? Значит, будет не только то, что мне дадут, то, что я должен дать, да? Я же услышиваюсь, то, что я тогда я хочу, что тебя же не надо. Хотел как не только быть, но и делать, да? Что должен быть назад и давать то, что нужно этому человеку, что нужно ему. Если там то, что я могу, он скажет, ну, прости, слушай, это классно, что тебе это есть, но это голова же не будет. Поэтому есть вопрос другой. Как сейчас выбрать того, следующую задачу для нас, какой комбайн выбрать? С какими насадками? Сколько ресурсов будет использовать? Мы к плану подошли, называем «Адамский технический набор». Составляем те качества, которые должны, которые я хочу видеть у мужчин и у женщин, и которые есть у меня. Сначала я изучу себя здесь, да? Изучу, когда я себя изучу. Я знаю мои свои слабые и сильные стороны. Это мой товар лицом по характеру. И это то, что мы показываем на связанных отношениях, когда мы пакет на букет и билет. Вот такой классный. Смотри, я самая хорошая. Это сразу на полный батарейский. Девушки всегда мужчина дают кредит. Мы мужчины вот вести его за годы. Что мы видим, то мы имеем. Женщины, как правило, да, особенно если мужчина еще достаточно в возрасте, чтобы иметь опыт 37 лет, 37 лет, можно сказать, так, 37 лет. А женщины выдают кредит, да? Вот он у меня там, сейчас он у меня там. Лет 5 он у меня станет как минимум помощником президента. Я тут кредит, и я свою энергию туда вкладываю, жду, жду, что она будет. Она никогда не отличается. Простите, что до этого говорили? Что до этого говорили? Про комбайн. Комбайн такой выбрать, да. А мы говорили о том, что да, я творческий человек и хочу стать принцессой. Итак, я подбираю. Я смотрю на то, что я могу дать в ответ на то, что я хочу. Очень важно. Оценю свои ресурсы. Что я хочу? Выбрала. Теперь смотрю, что я могу дать. Или там равновесие. Взвешиваем все в энергии, в ресурсах, которые нужно затрачивать. Да? К примеру, если я хочу, чтобы у меня муж был естественно. Ну я певец, чтобы он всем нравился, чтобы вы все знали. А вообще столько со мной. Мужчина. Я уже не знаю. Он должен быть муж. Возможно? Это понимание такое. Нужно забить объектив. То, что я хочу, и то, что я могу дать. Итак, мы составляем это адамский технический набор. Значит, я его называю адамский технический набор. И теперь давайте подумаем так. По поводу того ресурсов, который у нас есть, что еще? Вот у меня, допустим, есть 100 долларов. На 100 долларов я могу купить разные фильмы. Как мне знать, что я должен купить вот эту компанию, чтобы я был доволен? У меня есть 100 долларов. Как мне выбрать? Что купить на эти 100 долларов? Что я хочу, что я должна ожидать, чтобы быть удовлетворена вот функциями этого комбайна? Мои искусства ограничены, естественно.
Наиболее важно. Что еще? Наиболее важно. Супер. А если у меня очень много много? Вот. У меня много важно на $1000, а мне только $100, что делать? Что самое, да? Я называю это минимальный набор. Минимальный набор. Набор минимальных качеств, без которых я не буду счастлив. Которые для меня очень важны. К примеру, если я иду в поход, говорят, могу потянуть это 30 кг, и понимаю, что мне нужно там тепло, чтобы было что-то покушать, фонарик, компас и так далее. И вот я знаю, что любой из этих предметов возьми с собой, я на Эверест не буду. Хватит? Да? Жизненно важная ценность, без которых я не достигну той цели, которую я ищу. А у нас ты сейчас отдать себе цели, сейчас будет. Очень скрупулезно. Опять же, вешаясь на ресурсы. Если что-то не хватает, очень важно, чтобы было. Но не хватает. Хочу, чтобы муж был спортсмен. Но сама спорт не любил, вообще ненавижу. И ем бургеры. Но чтобы он был спортсменом. То есть я либо отказываю в качестве, чтобы он был спортсменом. Потому что спортсмен тоже такой спортсмен, то есть если, да? Вегетарианы хотят. Но минимум спортсмен. Либо сама становлюсь спортсменкой, либо отказываюсь от бургера. Либо отказываюсь от этой идеи вообще. Ну ладно, возможно, вот по свечка, но тоже бургер и пушка. Видно? Итак, создали мадамский племянский набор. Супер. Теперь мы вроде как готовы уже идти и знакомиться. А костра думает, так вот они уже сидели, что делать дальше. Когда задаете вопрос, должны это пройти, да? Что не делать, а сейчас вы слушаете это, да? Вот ухо зашло, другое вышло, кто не закинет, то все, восстанет 30%. Если, конечно, что-то осталось, напишите. По скидке уже. Итак, что я делаю? У меня есть вода, вкус, немецкий набор, что дальше? Что с этим? Что-то? Куда идти? Ну что это, значит, куда идти? Отлично. Играю публику, да. То есть где подобная рыбка водится? Где рыба это водится вообще? На озере. Замечательно. Так, поинтересно, замечательно. Итак. Мы начинаем, мы выходим на маркет и говорим, мы начинаем знакомиться. Ну, мы уже прошли предварительный этап, очистили, поняли, что нужно делать для того, чтобы не потратить прошлые ошибки. Мы изучили человека, которого мы хотим найти, мы создали, у нас есть конкретный план, что мы будем, какие качества мы будем смотреть, почему-то искать, важный момент, да, и мы знаем, как это изучать, все, в принципе, есть. Все, теперь я фулл-бак, мы все для полного комплекта. Теперь начинаю сам процесс, вхожу на маркер, самое важное. Здесь очень важно, после того, когда вот это контент, если здесь чего-то нарушишь, даже если уже пошел я на маркер, знакомлюсь, но у меня нет того, что нужно, я не знаю, чего я хочу, у меня нет того, чего я хочу сам, да, мисс-мэтч, все знания, то есть я потрачу, потрачу. Да? Допустим, все это у нас уже есть. Более подробно, друзья, мы это рассмотрим. Кстати, 2 августа будет у нас 4-часовой тренинг, как всегда, социальные отношения. Будет подробно рассматривать мадам, если у нас есть. Скорее всего, мадам, ты уже помнишь, где она гостиница, Украина, либо центр. Где-то там сидели на этом доме, где-то там тоже там кофе. Рвалось это будет смарт институт. Итак, давайте индикация. Итак, мы. Мы уже на маркет. Какие шаги? Шаги, самые важные шаги. Вот здесь очень важно. Для тех, кто уже в отношениях, там была пара рук, кто уже в отношениях, есть возможность делать ревизию того, правильно ли развивались отношения. То есть отношения люди унесут многое. Почему мы вышли замуж, часто люди уже в отношениях, возникают проблемы. Что случилось? Вроде нашел то, что хотел, полный набор, комплект, компания, все денежки, ресурсы, бла-бла-бла. Чего-то пропустил, чего-то не хватает. То есть нужно сделать ревизию, да, как говорим на этапе. Построили дом. Дом стоит. Когда мы узнаем, дом хороший или нет? Когда время пройдет. Когда буря пройдет. Отлично, вот. Это есть стресс, это есть испытание.
когда вот по швам трясется все. Это испытание, когда все хорошо и классно, мы живем в шоколаде, все здорово, никто не знает, да? Трудности только мы узнаем. Такой на самом деле не спортнер, говоришь, проживешь всю жизнь. Боже мой, да я думал, что это такое. Именно испытание в стрессе. Поэтому есть такое понимание виртуальной реальной жизни, когда мы помещаем партнеров, я называю симулятор полета. Самолеты полета, знаете, да? Полетки луки, которые будут самолеты, считают самолеты, и они проходят разные ситуации. Возможно, работа виртуально, то, что виртуально, она переводится на реальность. Ладно. Итак. То есть те люди, которые живут в отношениях, не могут сделать ревизию, значит, все ли было хорошо. Итак, возвращаемся к шагам. Быстренько. Шаги. Первый шаг. Знакомство. Запишите быстро, понравились. Первый шаг знакомства. Просто мы знакомимся, когда мы смотрим, кто есть на маркете. Девушка сказала, да, мы пойдем все там, идем в то место, где на вылезах спортсмена, я иду в пивбар, я иду в спортивные тренажеры, тренировки, спортивные мероприятия и так далее. Соответственно, да? Окей, знакомство. Что это знакомство значит? Знакомство, знаешь, что я там совсем с улицы, открываю глаза и так далее. Я просто представляюсь и пытаюсь познакомиться как на джобе интервью. Я в свое время с тобой для интервью на работу. Есть кастинг у нас, да? Как мы говорим, вот такие требования в нашем царстве государстве, это королева должна то-то, то-то, то-то. Окей? Кто считает, что соответствует этим качеством, пожалуйста, будьте добры, и во вторник, 17.00, мы будем принимать послушные просмотры. Окей? Поэтому таким же способом сам я просматриваю, то есть ищу ту категорию людей, которые потенциально могут быть кандидатами на эту свободную позицию. Это было знакомство. После этого я отобрал, я просто смотрел 100 человек. Ну, на горло вроде так, у вас уже. Раз я говорю, количество людей, скажем, берем 10, каждое свое. Как вы определяете количество, это зависит от ваших ресурсов. Ваши возможности, сколько вы можете потянуть свидание, неделю скажем, да? Сколько времени можете потратить на это все. Это все не так. Но денег кого? Сейчас выбираю просмотр, знакомлюсь, кто потенциальный кандидат. В список их нашел. Из этих потом следующее. Процесс выбора, после того, когда я взял Турашат, выбрал этих кандидатов, перспективы я их. Вторая, начинаю пропускать через этот списочек. Мадам списочек, если такого. Есть в университете штуцера или те насадочки, которые мне нужны, чтобы я на этом работал. Вот я так учусь, а также учимся. У нас есть специальный тренинг, мы учимся, как правильно, все-таки сейчас популярно с красными знакомства, за 5-7 минут представить себя и взять максимальную информацию о своем партнере. Хорошая тема, такая начинка. Пробуем учиться. Вот то же самое в жизни, да? То есть мы, имея свой мандат на спинобор, то есть то, что я могу, я должен что, презентовать себя? Если выбор посторонний идет, только я выбираю. Говорят, партнер тоже. На этом периоде выбора, сомнений называем, выбор с тех 10 кандидатов. Я начинаю с ним уже более близко, процедуру, более по интервью. Все можно ассоциировать на метафору интервью, работу. Наверняка все время на джобе прибыль, собеседование, не знаю. Более подробно я начинаю изучать присутствие тех качеств, которые меня очень в жизни интересуют, важные. Минимальный набор. Okay. И здесь очень важный момент. Здесь очень важный момент, я смотрю, кто из следующей массы есть.